Итак, у нас сегодня три буха. Если руки растут не из жопы, тогда никаким говном вонять не будет. Конечно, требуху мы варили 2 часа. Конечно же, с лаврушкой, с перцем, с луком и сливали воду. Для обжарки я возьму лук, чеснок, острый перец и зелень. Зелень берите любую, какую вы жрете. Вот так вот все порезали. Сначала лук с чесноком обжариваем, потом уже требушку, а потом уже зелень с перцем. Лук, чеснок стал смугленьким. Все, высыпаем нашу требуху. Добавить можно перца болгарского, баклажан, тыква. Все, что нравится. На большом огне, чтобы золотая корочка была. Посолили. Зачем-то я проперчила, хотя забыла, что острый перец у меня нарезанный. Ну ладно. И все, зелень бомбанули, перец бомбанули. Мешаем. Ой, я сейчас попробовала. Очень остро, очень. Подождите, окно открою, говно, что-то понятно. Джон, ты что, срёшь?